Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. Ну что, это у нас вторая часть прохождения Warhammer Space Marine 2. Ну, все как любят говорить Ваха, я не знаю почему. Ваха, сваха, курица, бабаха, что-то как-то так. Вот, в самом начале, что хочу сказать, ребят, у меня появился телеграм-канал. Ну, он появился давно, но я сейчас начал его, типа, ну, рассказывать о нем, чтобы вы туда подписывались, переходили и все в этом духе. Так что в закрепленном... Ну, там внизу, короче, есть ссылка на Телеграм, а еще плюс, если у вас не работает YouTube, то есть у меня ВК, все ролики я там, это, ну, дублирую. Так что переходим, пользуемся и радуемся. Ну, а теперь, собственно, жмем продолжить. И погнали, что у нас тут? Нам нужно защитить эти башни. Башни, ой, башни, какие башни, блядь. Короче, будем говорить арту. О, ватруха прибежала. Видела, видели, запрыгнули. Вот, нам надо отбить эти, короче, наши пушки, бубушки и все в этом духе. Так, а это... А, ну это типа мы видели, да? Он, получается, опять нам здесь то же самое делает, да? Этот разговорчик, ладно, пускай это типа будет, как сказано, в прошлых сериях. Начиналось все с этого. Брат, ты служил в карауле? Да. Должно быть, это большая честь. Буду рад служить с тобой. Приближаемся к зоне высадки. Идем. Видел его штифты? Лейтенанту больше 200 лет. Он не мог родиться примарисом. Ты прав. Совершенно прав. А теперь он командует. Я еще попробовал на вебку накинуть этот. А, ну рамки нету. Да, оно типа просто... Надо как-то рамку сделать. А ну вставай, солдат! Усилишь наш западный фланг! И доставь патроны для полтора! Милорд! Для болдеров. Майор Саркана, 8-й Кадианский. Майор, какая ситуация? Проклятые твари захватили орбитальные пушки. Оттеснили нас в этот лагерь и готовят массированное нападение. Лерео, вы с Альтаром и Алеоном останетесь. Я вспомнил, чей это голос. Это вроде есть, Супермена. Майор, и Ведьмака. Ну, из да, фильмов. Прошу за... Поняли, про какого я, да? Супермена и Ведьмака. Про сериал, который... Это его голос, походу, вроде как бы, да? Так, чё? Проклятые горгульи заполонили небо! Тираниды захватили орбитальные пушки. Да! В таких условиях нанести контрудар будет затруднительно. Ну вот эти, конечно, лазеры. Это, конечно, что-то с чем-то. Майор, враг начал наступление с востока. Укрепите восточный фланг. Ты, давай с ним. Мы поможем с обороной. Поняла, милорд. Так, все, погнали. Куда нам надо? Вот сюда, что ли, бежим? Им нет числа. Мы это исправим. Надеюсь, ты ведешь. А, вон куда. Само собой. В режим ярости, который повышает урон и стойкость. Наступаю. А, подожди. Бля, а, я забыл, точно. Нам же... Че я вообще творю? А почему... А, у меня другой меч теперь стал, да? Еще. Милорд, докладывают о приближении нескольких краев. Укажите направление. Отправляю координаты на Ауспекс. Так, собраться. А,
Целимся, да? Все. Готовим воздушный удар. Сможете задержать врага? Несомненно. Держите триаду, да? Короче, я так понимаю, надо это. Проще идти драться. Никого не щадить. Ты куда? Так. Цель уничтожена. Воу, а че их так много? Так, ну я вообще. Забыл, надо было выстрелить еще. Где вы там? Иду. На помощь. Готово. Это осколочная граната. Кое-что нашел. Где они? Кто в меня стреляет? Собираю припасы. Вот это, конечно, вот как-то вот. Откуда идет пальба, непонятно. Оп. Осколочная граната. Оп. Так, ну я же отбил или нет? Вот так. И вот так. Во, смотри, бомба-бомба получилась. Так, они, получается, не могут его завалить, а я могу. Оп. Так, у меня есть хилка, если что еще. Так, а может быть вы будете это тоже там стрелять в тех, кто в нас стреляет? Но, походу, и это все. О, у меня закончились эти. Горите, грязные чудовища. Ну ладно, вот это было красиво в целом. Прямое попадание, майор. Восьмой бьет без промаха. Так а чего вы раньше-то не ударили? Надо было сразу бомбить и все. На этой базе обязаны вам жизнью, пилоты. Император защищает. Мы должны пройти через джунгли и добраться до орбитальных пушек. Лерео, помогите кадианцам организовать новую линию обороны. Доклад по готовности. Есть, лейтенант. Справимся быстро. Орбитальные пушки на другой стороне болота. О, новый меч. Тираниды могут устроить засаду. Вместо ножика. Пришел отсюда. Повсюду эта мерзость. Живые органические машины. Да. Все это их корабли, их коконы. Само их существование ересь. Мы проредим их ряды, брат. Подожди. Во, на двойку. Однерка и двойка, да? Во, все. Все, вкурил. Как менять? Оп, смотри, ящик какой-то, да, лежит? А это можно открывать? Нельзя, походу. Правда. Не останавливайтесь. И чего это? А почему ей типа было пофигу вообще? Заряжаю. Тихо, 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 тихо. Вот так. Эй, иди, эй. Еще. Стреляй, 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 стреляй. Это что было? Заплевака. Готов. Так, еще раз. Слушай, ну улетать что-то медленно. Мало. Мало действует вообще.
Так, а наши кайроны тоже могут сдохнуть, я так понимаю, да? Так, давай вот так сделаем. Слушай, а он тоже, смотри, заряжается чем-то. Тихо. Вдвоем, мы тебя вдвоем зарубим, даже не переживай. Слушай, ну эти хотя бы помогают, слушай, боты. Они прям реально помогают. Другие вообще в целом стояли бы, как всегда. Вот так, об землю тебя, братан. Ну-ка давай тебя... А, ну ладно. Что большего от кадианцев? Орбитальные пушки ощутимая потеря. И они дорого за тебя заплатили. Но численность врагов весьма велика. Лучше бы восьмому полку постараться. Интересные у них двери такие, конечно. Тебе знаком этот противник, брат? Да. Чем тираниды отличаются от прочих ксеносов? Это беспощадная зараза. И они хитры. Под контроль, будьте осторожны. Споры взрываются, когда рядом опасность. Так используем момент и уничтожим их. Тихо, тихо, тихо. Пацаны, вы тоже стреляйте. Так. А, не, вот смотри, начали стрелять, слушай. Вон они, несутся, 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 смотри. Весьма нестандартный взгляд на стратегию, лейтенант. В какой роте ты раньше служил? В большом. Я служил императору в ином подразделении. Караулы смерти? Да. Надеюсь, и мне выпадет такая честь. Ну, как бы это, наверное, не честь, он-то это. Он в ссылке там был, а куда надо идти? Прикройте, я заряжаюсь. Проберитесь через болото. Ну-ка, вот эти... Слушай, вот эти кустики ломаются, это прикольно. Ладно, ладно, это хорошо. Ух ты! Гнусные паразиты. Нужно прорваться. Устраняем их. И идем дальше. Это что взорвалось? Вот это я проглядел вообще. Тихо, тихо. Так, я вот нажимал. Да ты кто? Так, пацаны, по мне стреляют. На тебе в ухо, подожди, вон там он. Блять, перезарядка. Вы что, добить не можете? Готов применить особый прием. Равена рубить. Рано еще. А с патронами-то беда, слушай. Так, одна хилка на F. Хилку пока... Вот так, давай, ладно. Можно было перепрыгнуть. Перезаряжаюсь. Как бы. Самый короткий путь через болото. Идем туда. Нет, болото кишит ксеносами. В русле реки есть бункер. Пройдем через него. Бункер? Но мы потратим куда больше времени. Мы не пожертвуем стратегией ради скорости. Как прикажешь. А если мы же можем сюда пойти? О, два. Не, нельзя, слушай. Блин, ну я в целом думал, что можно будет как бы это обойти. Ну, типа, есть два выбора. Можно то выбрать, а можно лейтенант, это. Лейтенант, капитан Акиран дал нам новый приказ. Дальше вы сами по себе. Понял. Спасибо, Лирео. Увидимся на несокрушимом.
Это что-то другое. Вот этот меч у меня типа есть, да, цепной уже? Слушай, здесь еще разбросано оружие местами где-то валяется, да? Какая-то как... А, это вон что, это тапалка. Куда же нам без тапалок же, правильно? Совершенно верно. Тапалки должны быть в каждой игре. Снаряжение. Нашел боеприпасы. Пора за работу. И пистолет, да? Надо было, наверное, автоматик оставить. Вот и они. Орбитальные пушки. О, слушай, а, эта тапалка, смотри, пробивает больших, да? Заряжаю оружие. О. Остановочная граната. Во. Познайте расклад. Вот так вот, давай мы тебя распилим. Цель уничтожена. Все? Меняю магазин. А, грены пока нет. Вот так давай еще. Вот это прикольно, ладно. Это... Заряжаю. Это большая дрянь кидается? Привет, дружище. Так, у меня пистолет начал это простреливать всякую такую штуку, да? Вы чё, пацаны? Вы на кого вообще решили напасть, а? Сэр, я слышу, идет подкрепление. Так. Тихо. Ты это. Хорошка это плеваться. Опа, это что у нас? Болт винтовка. А у нас что было? С этим я их уничтожу. О, не. Так, болт-винтовка, это болт-винтовка-сталкер. Мощная. Не-не-не, вот это сталкер давай оставляем. Или заряжаюсь. Это по-любому, потому что она пробивает бронированных вот этих вот типочек. Ангелы, мы спасены. Если даже ты... Хватит тебе уже. Большие проблемы. С нами ангелы императора. Мы ангелы императора? Вы хотели оставить пост, гвардейцы? Никогда, командир! Мы их закрыли. На большее сил не хватило. Открыть ворота. Есть, милорд. Открыть ворота! Но, сэр, вы сказали... Открывай, я сказал! Так, вот, а какие вот эти? Вот сейчас оттуда, да? Заряжаю оружие! Где летят? Снова наступают. Нам их не удержать. Ты будешь служить императору, солдат. На позиции. Не дайте им себя окружить. Что они делают? Пытаются забраться сюда. Стреляйте. Так, ну мы это. Надо перезарядиться. Прикрывайте друг друга. Ну, в целом, я так понимаю... Вы же солдаты лорда Костеляна! Не порочьте его честь! Не порочьте... Ёб твою медь, ты посмотри, что здесь было! Ну вот это ладно! Кто стреляет?
Вот это вообще нормальный пулемет. Они ничему не учатся. Просто стерло. Воу! Этот ужасный день? Особый прием готов. Так, надо туда идти помогать. Здорово, пацаны. Да какого хрена? Я не могу по ней попасть. Что это такое? Кто там стреляет? Где ты, тварь? Цель уничтожена. Меняю магазин. Мало охотников. Так, где патроны? Восполняю запас. Бросаю осколочную гранату. Воу! Грены есть? Где? Почему не взялись? Это я возьму. Где еще стоит? Расчищаю путь. Заряжаю оружие. Блять, не тот ствол. Где это? Так, секундочку, ребят. Секунду. Так, все, я вернулся. Так, продолжаем. О, тут... А, смотри, тут еще один. Да, блядь, иди отсюда. Да, господи. Я понял. Не дали мне взять, короче, этот пулемет опять. А, ну я еще и автомат взял, да? Ёб твою мать. Нажмите F, чтобы применить... А. Там стояли пулеметы эти. Капец, а я проглядел. А худшее в чем впереди? Подожди, чего? Что, чё? Сейчас типа еще будет какой-нибудь босс, наверное. Интересно, здесь есть вообще боссы? И насколько они типа здесь будут жесткие такие боссы? Майор Саркана! Говорите! Мы встретили один из ваших отрядов. Спасибо, милорд. Я дам им новый приказ. Оу! Ты погляди. Идем. Здесь была бойня. Не оправдание для трусости. Тут просто всех развалили вообще. Тут просто одно мясо. Все погибли. Все, кому возможно. Ну, кстати, вот эти вот бункеры, да, вот эти вот приколюхи, вот это красиво сделано, кстати, прикольно. Вы куда, Гадкие ксеносы! Перезаряжаюсь. Так, а вот тут что у нас было? Болт-винтовка с мощным... Вот. Замечательно. Подожди, а давай вместо пистолета мы вот эту штуку возьмем. Можно же так? Да? Во. У нас и автомат, и пистолет теперь есть в целом, да? А тут у нас что-нибудь есть наверху? Давай тоже глянем. Ножичек. Бежали. Пусть император без промедления покарает тех, кто оставил свой народ. Мы перегруппировались и отбивались сколько смогли. Держались за каждую пять и забирали оружие упавших. Мы будем сражаться до конца. За Катию, за императора. А, слушай, вместо пистолета нельзя, что ли, взять? Вот, у меня стоит пистолет, ну-ка. С этим я их уничтожу.
Ну да. Короче, либо пест, либо это. Одно из двух. Я понял. Ты куда? Ты стой. Вот это меткость, да? Меняю магазин. Просто лютая меткость. Тихо. Где тут спуститься? Чик. Заряжаю оружие. А я так понял, здесь нету типа усиленного какого-то меча. Но меч сейчас максимально типа усиленный какой-то. Повторяю, ждем приказа о наступлении. Майор, вы на связи. Говорит лейтенант Тит. Назовитесь. Капитан Айден, сэр. Канал дальней связи был поврежден в бою. Они где-то рядом. Держитесь, капитан. Мы скоро будем. Опять ножик. Присоединиться к капитану Айдену. Установка сразу за воротами. Сейчас, вот прям секундочку, я сейчас отвечу на сообщение вообще. А то там кому-то вообще очень сильно прям не терпится максимально. Хочет, чтобы я ему ответил. А чё так больно? Подожди. Цель уничтожена. Слушай, от этих надо отойти прям вообще. Он нифига шипами. Вот так. И что, никто из вас не взорвется? Вот так, давай. Зарубил одного. Тихо. Парировать. Стрелять. Ой, я успел выстрелить, слушай. До свидания. Они ничего не учатся. Ты куда? Оп. Чё вы? Зачем мне его оставляете? Заряжаю. Блять, и грены как назло кончились, да? Ну, получается, надо подходить. Ну хорош так стрелять. Все. Блять. Придется вот так делать. Нет. Вот так. Добивать быстрее. Чтобы урон вроде не проходит во время анимации. Ну, вроде как. Ой, сейчас их, наверное, тут полетит, да? Прям целая туча их сейчас. Или нифига. Нет, нифига. Нам надо пройти. Саркана. На связи! Мы установили контакт с капитаном Айденом. Айден? Я думала, он погиб. Двигаемся к его позиции. Можете нас соединить? Сейчас. Нет, это болт-винтовка. Это все болт-винтовка. Восполняю запас. Я думал, это что-то это. Это та здоровая пила, я думал. Но нифига. О, гранаты. Я понимаю, во имя императора. Будут большие проблемы. Есть контакт. Говорите, майор. Капитан Айден, я думал, вы мертвы. Как бы не так, мэм.
Вы непробиваемый, как Крокс. Сочту за комплимент. Айда, нужно отбить орбитальные пушки. Бронетехника наготове. Тогда за дело, капитан. Слушаюсь. Покажем им кадианскую ярость. А что, я бежать? О, бежать не мог. С радостью, милорд. Ну-ка, эти можно? А, нельзя сбить. Я понял. У нас на пути проклятые ворота. Погоди, а танк куда у нас встает? Ты не хочешь в них стрелять? Братан. Ну-ка. Тогда нам туда. Окружите и стрельбите. Надо перезарядиться. Будь свободен. Идем. А что, несколько танков нельзя, типа? Тихо, друган. Подожди, вас слишком много. Блять, от этого надо увернуться. Да ёб твою мать. Что-то сегодня не получается парировать. Как будто... Тихо. О. Как будто оно это. Добить. Так, а я тут подобрал все, нет? Опять эти с автоматами, засранцы. Заряжаю. Это сейчас сквозь бота, что ли, пролетел все патроны? Я правильно понял? Ну-ка. Спинка как дал, видал? Тихо. Меня что, зажали тут? Стреляй! Хватит. О, походу хилиться пора. Секунду, братья. Еще один готов. Взаимодействие, кстати, со своей командой, когда он что-то говорит, там, типа, за секунду брать и все остальное, там, да, вот это прикольно. Ладно, это тоже, типа, в целом прикольно. Но играется один хуй уныло. Ну, типа, знаете, в нее надо играть, вот ты сел и молча прям играешь, просто молча. Солдаты, тащите свои потрепанные души к воротам! Вот это самое то. Выдвигаемся навстречу кадианцам. Выполняем, лейтенант. Вот это да, тогда да. Чисто просто зашел такой, сидишь и играешь, и все. Молча. Сублимируя. И думая о том, что ты ни о чем не думаешь. Ну, что и что, типа, невозможно думать. Ну, типа, не, например, смотришь на эти лазеры, такой думаешь, блять, какой пиздец. Пора заработать. Давай. Вот. Самое нормальное, это пулемет отсюда. Пацаны, а вы не хотите меня прикрыть от большого? Кровоостанавливающий. Так, а сколько патрон? А, он бесконечные патроны, что? А, нет, 65. Мы изменим планировку, милорд. И все. Подожди, вот так, да? Нет? Надо танк пропустить, я понял. Давай. Снова эта мерзость. Ладно, стрелять с пулемета прикольно. Расчищаю путь.
Это еще что? Зантроп! О! Убейте его! Пока он жив, остальных убить труднее. Только у него тоже что-то ничего не залетает. Вы видите, да? У них хиллер какой-то еще появился. Тихо. Это мое. Блять, там со спины пришли. Опа, это что такое? Грены. Стой, 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 стой. Ой, успел. Ой, прям вовремя-то. И тебя давай. А, его наш добивает. Все, я понял. Чик. Припасы. Майор, установка снова наша. А, мы просто... Слава императору! Валькирия готова. Выдвигаюсь к вам. Просто захватить, да, я так понимаю, и все. Чисто! Запускайте орудие! Живо! Пробьем в кораблях ульях дыры такого размера, что туда фрегат пройдет. Он не даст нам это сделать без боя. Он? Разум Улья. Мощное коллективное сознание тиранидов. Нельзя его недооценивать. Майор, орудия полностью разряжены. Нужно время, чтобы пробудить дух машины. Где там рука у него? Тираниды бросят все свои силы на эти позиции. Это майор Саркана. Немедленно перебросить второй и третий взводы к орбитальным пушкам. Так точно! Покажем уродам, из чего сделан восьмой полк! Загадываю! Так, сейчас, наверное, будет какой-то сверхлютый, короче, замес, да, я так понимаю? База планетарной обороны. Ну да, ты посмотри там вон. Майор, нужно отцепить периметр. Мои солдаты на позиции. Будут держать оборону. Враги полезут по стенам. Не пускайте их. Не собирайся. Так, а нам чё? У нас просто защита и все, да? Прорвали северную стену. Сосредоточить огонь. Прорвали? Но они ее вроде как просто разбили. Какого перегрева? Осколок, встряхните их со стены! Достаточно грамотно бросить гранат. Тихо! Это понятно, что достаточно грамотно бросить гранату. Цель уничтожена. Только у меня нету этих гранат. Никаким образом вообще. Так, а где? Я тут где-то видел патроны и грены вроде. Наверное, по сути, можно стоять просто с этой стороны и больше ничего не делать, наверное, да? Ну вот так еще, наверное, можно помочь, да, немножко? Император не защищает. Защищаем мы. Они как будто, слушай. Лейтенант, орбитальные пушки работают, но система наведения заблокирована. Перестали лезть, нужно что ли? Сбросить вручную. Вас понял. Братья, скорее туда. Перезаряжаюсь. А тут типа справятся уже, да? Мы как бы вроде типа отбились. Ну погнали, чё? Собираем грены. Снаряжение. Все разрушено вообще.
Ты посмотри, там сколько несется, да? По возможности, но не задерживайтесь. Наша цель — система наведения. А, типа нам, короче, нам типа пофигу, да? Типа немножко помогли, но в основном типа побежали туда. Тихо. О, втроем. Ты посмотри, как втроем зарубили просто нормально, да? Чик. Ну и все, и погнали. Нам же туда надо, да? Совершенно верно. Чего? Этот лифт доставит вас а, нет. Управлению. Бинокль. Мне показалось, как будто он просто вот так вот руками держит и смотрит. Ну, типа, как мне показалось. Ну, типа. Давай, 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 беги уже, братан. Так, пацаны, заходите. Надо перезарядиться. Перезаряжаюсь. Майор Саркана, мы почти у системы наведения. Нужно вручную поднять лепестки спутниковой антенны. Будет сделано. Майор, я вижу механизм. До связи. Блять! Будьте начеку! Сараниды вас заметили! Ну посмотрим! Не подпускайте их, пока я работаю! А, это мы вручную разгоняем? Так, пацаны, вы... Один готов. Так, пошли за следующим, ладно. Ну-ка, это... Вы чё, офигели? Нихера себе, это что я за автомат такой подобрал? Так. Я кручу, пацаны. Ну, да, всегда где-то что-то ломается. И это... Соединение потеряно, чего? Продолжить офлайн. Это... Следующий. Держим позиции! Значит, дело будет не шуточное. А чё? Типа, чё за фигня такая? Я хотел отхилиться вообще в целом. Ладно, уже хрен с ним. Ещё один готов. Не сегодня. Ну-ка, в сторону. То есть у меня сейчас типа сохранение не работает или как? Да вы чё? Вы, пацаны, не хотите мне помочь? Во, вот, да блядь. Милорд, мы не сможем применить пушки, пока не поднимем лепестки. Да сейчас 2 секунды. Помогите их стряхнуть. Еще один. Так, килимся. Вот это забираем. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Заряжаю оружие. Так, теперь нам надо обратно куда-то, вон туда убежать, да? А, еще одна. А я думал, это была последняя. Да, вон 3 из 4, точно. Надо смотреть верхний левый угол. Готово. Милорд, особый прием готов. Они хотят снести систему наведения. Так не пустим их. Все, я тут. Да тихо, тихо ты, блядь. Это в смысле, они такие... О, ну они поехали выше и такие спрыгнули, да? Я правильно понял? Патрончики. Так, и куда? Летят сюда, твари. Защищайте антенну.
Типа надо сбить вот этих вот говнюков, да? Заряжаю. Да это вы... Да идите отсюда, пацаны. Вот мелочь вот эта вот надоедливая, пиздец. Наки тоже, короче, достали. Надо вот это... Новые гаргульи летят на стене. Я понял. Где? Блять! Да ёб твою медь, патроны! Да чё? Я хочу взять патроны! Да блять, да чё? Враги повредили антенну! Да ёб твою медь, вы чё делать будете? Нет сегодня? Я вообще ни хрена не вижу, чё и как. Нацелены на антенну! Ликвидируйте их! Да сейчас, сейчас ликвидируем, подожди. А то, что сквозь них, кстати, патроны летят в антенну, это типа нормально? Или заряжаюсь. Все? Бля, еще с другой стороны. А у меня с патроном-то беда. Меняю магазин. Враги повредили антенну. Еще не повредили. Бля, у меня пистолет остался только. Да да выйди ты. Нашел боеприпасы. Тихо. Заряжаю. Давайте, пацаны, вы там что не защищаете, а я тут как-нибудь, ладно? Восполняю запас. Так, где еще? Какая антенна? Ой. Твари, ну-ка в сторону, блядь. Я еще пока даже не вижу, какую антенну. Во-во-во-во-во-во. Тихо. Все, я в сторону. Я в сторону, блядь. Ой, какой ужас просто. 52%. Это хилка тут? Нужно отбросить. Товарищ. Блять, вы не хотите мне помочь? Вы где? Вурдалаки долбаные. Это осколочная граната. Отстань от меня. Ой, сука. Сейчас всю башку мне выебет просто вот этот урод, да? Так, давай отхилиться получится. Еще один. А, тут еще вон летучая тварь какая-то. Антенна сильно пострадала. Их двое вообще. Все, пизда антенне. А, меня убили почти. Короче, пацаны, справляйтесь. Мне надо это. Два процента. Отхилишь меня? Че, антенну мы спасли? Да ёб твою медь, это что вообще такое, а? Паскуда, паскуда, умри! Так, ну-ка стоять. Это уже ни в какие ворота не лезет вообще. Сто... Рану, прыгай. Какой он неповоротливый в своем этим скафандре дурацком. Так, вот это взять. Ну, могу сказать, что это сложно. Пушки готовы. Используйте терминал для наведения. Где он? Это максимально сложно. Оп, еще хилка. Цели выбраны.
Корабли, кстати, на крабов похожи, да? Слушай, это же сейчас все на нас повалится. Вниз сюда, да? Но главное, мы с этим справились. Это самое главное. А теперь? А, ну теперь у нас идет просто загрузка, я понял. А, подключение к серверу. То есть сейчас, скорее всего... О, нет, смотри, слушай, подключился. Я думал, сейчас зависнет и придется просто, ну, типа, выключать. Но нет, вроде сработало. Игровой логики. Уничтожьте корабль Улей с помощью зенитных орудий. А, нет, офлайн режим все то же самое. Редактировать отряд. У капитана Акерана для вас новые приказы. Хорошо. Где Элиан? Враги пытались взять числом. Пришлось разделиться. К тому моменту, как мы отразили нападение, Элион был уже мертв. Нечто проделало дыру прямо в его шлеме. Я должен был пойти с вами. Жаль, что он не смог увидеть крушение корабля Улья. Одного все-таки убили. Так. Сражался плечом к плечу. Да все, понятно. Не это. Ну, в целом, все. Че, на этом... Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Остальное будем смотреть дальше. Вот, не забываем, на Твиче проходят стримы. Ссылка в описании. Есть Дискорд, есть Телеграм, есть ВК-группа. И на данный момент во второй серии игра играется так же скучно, как, в принципе, и в первой серии. Вот, как-то так. Вот, ну а на этом ролик, ребят, заканчивается. Так что всем спасибо, всем хорошего настроения. До следующего ролика, ребят. Всем пока-пока.